концерт железнодорожника закончился. Было очень грандиозное начало концерта. Сначала вышел городской оркестр. Потом начали петь белорусские артисты, городские артисты. Это просто был пик моего счастья. Сегодняшний день, день железнодорожника. 4 августа, я пришел сюда в 11, уже 4 час идет. Вот старенькие поезда, которым некоторым по 100 лет, даже побольше. Буду вам показывать все как есть. Здесь много зелени, много елок. Когда входишь в железнодорожный вокзал, тут есть такая схема. Можете пойти на сайт. Страничка ВК. Здесь можно сфоткаться, конечно, стать сзади выставки и сфоткаться. Схема железнодорожных путей Барановичского отделения и годы постройки. Вот. Барановичи. Построен железнодорожный узел в 1907 году. А есть еще вон и части, которые были построены в 806 году. И показывается, куда железная дорога идет, в Польшу, в Литву и в Латвию, и в Россию. Очень был красивый поезд. Смотрите, пулеметная установка. Запой огонь, или как оно говорится? ЗПУ 4.
год, 1957 год. Это, наверное, какие-то поезда заключенных во время Советского Союза. Над окошечками решеточки стоят. Вот такая железная дверь замыкалась снаружи. В общем, огромный музей. Мне говорили, что в Бресте тоже есть такой похожий музей. Так что я не могу сказать, где лучше, где хуже или одинаково, но это все равно сильно меня впечатляет. Люди гуляют на мосте. Стреловый кран построен в 1957 году. Вот он перед вами. Утеряхтовочная машина предназначена для механизированной подъемки путевой решетки. Двухпутный снегоочиститель. Вот как раньше убирали снег. Построен в 1945 году. Я вам покажу все экспонаты, все объекты. Это очень интересно, очень интересно. Давайте пойдем дальше. Здесь вот есть вагон, где можно прямо к нему подойти. Ой, кстати, зайти можно сюда тоже. Я сейчас зайду с другой стороны. Сейчас еще раз пройдемся внутри старого вагона, которому уже где-то 60 или 70 лет.
Беларусь, Россия может гордиться. То, что у нас есть такая железнодорожная дорога. Мы гордимся этим. Сейчас посмотрю, в каком годе, я уже забыл или не заметил, какого года вот этот вот вагон был построенный. На другой стороне будет написано. Вот в каком вагоне я только что был. Вот это вот пассажирская часть. Значит, вот. Ну, тут не написано год, только 120 километров. А, вот-вот, 1970 год. Это значит 30 плюс 24, 54 года этому поезду. Вон там молодые белорусы балуются. Говорят, что сейчас поедем. Они сидят прямо в кабинке. Пойдем на следующие поезда. Вот этот вот артиллерийский тягач Т-25. Вау, посмотрите. СССР от имени Дзержинского. 1939 год. Вот еще один красивый поезд. Вот этого, вот этот экспонат поставили уже 24 года назад. 160 километров в час. Сделанный в Советском Союзе. Сейчас вам покажу, когда этот поезд был сделан. РСФСР Коломенский завод, 1970 год, тоже 54 года вагону. Вот снегоочиститель, построенный в 70-м году. Вот как он чистил снег. Вот такая вот штучка. Кстати, вот еще один поезд. Тут даже написано Барановичи. А вон и современный поезд едет. Вот эти еще работают.
красная звездочка. Тут нельзя проходить, закрыто. Дизель-электростанция. Это вот этот вот поезд с решеточками. Передвижная дизельная электростанция. В радости и в беде любой я всегда и везде собой. Он закрытый на замок. Я вам могу показать вот так вот через окошечко. Как я люблю поезда. Все началось из моего детства, потому что я часто катался на поездах с бабулей, когда она меня завозила в город, в деревню Злынка. Мы брали поезд Гомель-Злынка. Для меня звуки поездов просто такое родное. Назад не вернешься в хорошие, счастливые времена. Но можно вспомнить о них и побыть там временно. Вот поезд, построенный в 1960 году. Скорость 60 км в час. 40 тонн веса. Тоже завод от имени Дзержинского. 60-й год. Этому поезду 64 года возраста. Железнодорожные войска Республики Беларусь. Внутри находится экспозиция инструментов, приборов, приспособлений и механизмов, применявшихся при строительстве железнодорожных линий и мостов. Идем дальше. Какие классные впечатления.
Это будет помниться на всю жизнь. Сегодняшний день. С пулеметами. Мне кто-то сказал, что они действующие, они в рабочем состоянии, но они, конечно, безоружные. Красивый такой желтенький красный поезд. Красивая елочка. Очень молодая елочка в Барановичах. Вот и скоростной поезд приехал в Барановичи. Кто-то сказал, что вес этого вагона 92 тонны. Так вот. Вот, тут есть плитка с информацией. Город, то есть год 1957 год. Далеко-далеко, где кочуют туманы, где от легкого ветра колышется рожь, в низком домике ты, у степного кургана, одиноко идти. Как прежде живет отдалекого друга, день и ночь непрестанно, дорогой и желанной, и все месточно ждет.
далеко, дизель, электрический кран. Я твой сон и покой каждый час берегу, чтоб звериной тропой. Вот сегодняшний поезд едет. Не пройти никогда никакому врагу. Это мощная штука, поезд. 60 тысяч тонн. Это ничто. Возьмите американскую машину. Посмотрите, как поезд справится с ней. Разные года поездов. 55-й, 49-й, 1940, 14-й, 13-й год. И вот пассажирский вагон, в котором я был ранее в начале видео. 1909 год. 1892, 1873 и 1834 год. Наверное, это был самый первый поезд в Беларуси. Они были открыты ранее, когда там была экскурсия. Уже закрыли. Мы идем на другую сторону музея. Вот, мы находимся в начале музея, где был концерт. Сейчас мы уже идем в другую сторону, на правую сторону пойдем. Поздравляю вас с праздником!
нас в Америке нету поездов. Вам повезло. О, не, не, наоборот. Там людей не увидишь, они все в машинах запрятаны. Посмотрите, какой красивый вагончик. Здесь такие советские шторки. К сожалению, вагон закрыт. Как бы хотелось бы попасть туда. Закрыто на замочек. Зайдем внутрь. Ребята, куда мы едем? В какой город направляемся? Вот вам транспортный узел Барановичи. Смотрите, почему город так развивается, сильно развивается. Где бы в мире ни был ты, где бы ни бродил, человек без родины, как орел. Можно заглянуть в один из вагонов, где шторки открыты. И куда ты, судьба?
бросала меня все душа отчизне грусти. Все я вижу во сне, дорогие края, в сердце русская песня звучит. Страшные катятся звеня, и навеки вечные в сердце у меня. Как они из детства нам вольные края, сторона советская. Какой красивый вагон вот этот вот, такой синенький, окошечки большие. Поезд построен в 1956. Вот вам внутри поезда, тут было окошечко приоткрыто. Домой, сквозь бури и ненастье, домой, домой, мы держим курс прямой, и тот не знает, деревянный что потолок. Такое счастье, кто кончит путь, спешит домой, 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 и вот уютненький вагончик. Моряк плывет сквозь ветер штормовой, летят домой. И мы спешим домой. 1953 год. Польша. Домой, домой, пути на привале. Имени Сталина. Пел не раз, отклонены вдали, и где бы мы с тобой не побывали, мы дом родной повсюду берегли. Вау, тут залезть можно. Я это точно сделаю. О.
Вот что внутри. Деревянный паровоз. Крыша сделана из дерева. Из дерева сделана крыша. Если хочешь ты найти друзей, собирайся с нами в путь скорей, собирайся с нами в дальний путь, только песню не забудь. Кому интересно, вход стоит 6,5 рублей в этот музей на весь день, на один проход. Вы можете здесь находиться сколько угодно, пока вы не выйдете из ворот. Я думаю, оно точно стоит того, чтобы правительство города реставрировало и продолжало приносить новые экспоненты, объекты сюда, чтобы улучшали условия для всех лучше и лучше. Прямо уж хочется посмотреть черно-белое кино после такого дня. Вот наш красивый флаг летает. Если хочешь ты найти друзей, собирайся с нами в путь скорей, собирайся с нами в дальний путь, только песню не забудь. Дорогу, дорогу, только песню не забудь. Хочешь ты найти друзей, собирайся с нами в путь скорей, собирайся с нами в дальний путь, только песню не забудь. Вау, 1946 год. Сейчас мы приблизимся, я вам покажу. Сорок шестой год, поезд. Вот вагоны 65-го года. А, построены в 28-м году. Вот этот вот поезд, паровоз 46-го года. Скорость 80 километров в час. Как этот паровоз. Молодые голоса, небо синее над нами, мать солнечном земле. Хорошо под синим небом на моей родной земле. Хорошо под синим небом на моей родной земле. Видишь утро над Москвою, это молодо страны, это движутся колонны, счастье юности весны, это май шумит и свою, в городах и на селе, хорошо.
под синим небом, на моей родной земле. Построено в 65-м году. Под синим небом, на моей родной земле. Мы по улицам сегодня вместе с пляскою идем. Мы живем в столице счастья, мы на небесной живем. И весна в колхозной хате, на заводе и в Кремле. Хорошо под синим небом, на моей родной земле. Хорошо под синим небом, на моей родной земле. Нет нигде такого солнца, нету ярче синевы. И где страны и народы, небо синее мосты. Хочу вам показать вот еще один вагон. Хорошо под синим небом, на моей родной земле. Это тут не написано, в каком году это построено. Мы сейчас проверим. Через 4 года этому вагону 100 лет. Вы в курсе? Понял, 96 лет ему, короче. Да, 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 вот это. Шок. Вроде должны списываться, а он такой широкий. Опять сделали, осовременили. Красота какая. Курсоводом вообще. Спасибо. Вот мне женщина сказала, этому вагону 96 лет, ему будет 100 лет через 4 года, вот этому вот вагону. И посмотрите, он весь деревянный внутри, все с дерева сделано. Вот вам самое близкое, что я могу вам сделать, это показать через камеру. Помещение дежурного по станции. Ангелы жизни. Здесь, наверное, самые героические люди в истории железной дороги. Я буду медленно вам, можете поставить паузу на видео и прочитать.
вот, вот еще один вагон, которому 96 лет. Будет 100 лет через 4 года. Ну, то есть 1928 лет. 1928 год, когда построили вот этот вот вагон. Ну и я думаю, это все. Я прошел весь музей. Почувствовалось немножечко, как я вернулся назад в старые добрые времена. Я рад, что тут малыши и молодежь тоже увлекается поездами, не забывает. Я сейчас хочу попробовать залезть на вот этот вот вагон. Здесь есть лестница. Ну, я уверен, двери закрыты, но хотя бы можно заглянуть чуть-чуть в паровоз. Вот. Вот вам внутри. Красивый, зеленый, деревянные двери. Как красиво. Как все раньше красиво было сделано. Сегодня поезда белые просто. Никакого уюта нету. А здесь вон какая дверька. Деревянненькая. Жалко, что не могу зайти в этот паровоз. Тихо стало. День подходит к концу. Праздник железнодорожника. Вот какой-то кран, паровой кран. 6 тонн. А, это грузоподъемность 6 тонн. Общая масса крана в рабочем состоянии 34 тонна веса. Красивенький паровозик. Тоже деревянная кабинка. Мотовоз. Пять километров в час. Сейчас посмотрим внутрь. Тоже буду залезать. Вот как выглядит внутри. Кабинка зелененькая и красненькая. Поезд, грузовая автодрезина, 1970
четвертый год. Чуть-чуть зелени. Здесь не только музей, здесь можно сказать, как мини-парк. Высокие сосны, елки. Вот еще. Грузовая автодрезина построена в 1953 году. Неразлучным своим автоматом ни в одной побывал я в стране. Но повсюду скажу вам, ребята, я скучал по родной стороне. Все время приходит к концу. Я знаю, что ролик был очень длинный, крайне длинный. Ты солдатскому сердцу мила, эх, дорога моя фронтовая, далеко ты меня вывела. Но я вам хотел все показать, как есть. Все до последнего. Тем более для тех, которые не могут посетить Беларусь или город Паранович. Вот вам еще один экспонат, встроенный в 1977 году. Число пассажирных мест 24, скорость 80 км в час. Сейчас посмотрим, что тут. Бил я немцев на улицах Вены, в ней сады, дворцы хороши. Только Вена, скажу откровенно, хорошо не для русской души. Сейчас я вам покажу через окошечко еще на этой стороне. Там прямо домик внутри. Дождались мы великой победы, и теперь с окончанием войны я уж как-нибудь в разы доеду до родимой своей стороны. Сторонка, сторонка родная, ты солдатскому сердцу мила, эх, дорога моя фронтовая, далеко ты меня завела. Будем говорить до свидания. Спасибо всем, кто посмотрел. Я думаю, это очень классная возможность попасть в такое сказочное место прошлого. Старые добрые времена.
комментарии и обсуждения на Телеграме. Пока. Никакого мусора нет. Никакого. Посмотрите, ни одной бумажки нигде. Тут было, наверное, 1000 или больше, 2000 людей. И тут ни одной бумажки нету. Все чисто. Вот такие вот мы порядочные, чистые, аккуратные люди.